6 утра с копейками, может быть. Смотрите, какое красивое небо, какой восход классный. И я спешу вас обрадовать. Мне кажется, что море успокоилось. Ну, во всяком случае, я слышу, конечно, шум волн, но не такой, каким он был еще вчера. Сегодня пораньше. Намного-намного пораньше, как вы поняли. Море успокоилось. Видите, многие из вас волновались. А оно такое, оно бывает. Поволнуется, а потом как успокоится. И надолго. Кто-то уже плавает, вон, обратите внимание, плавающая голова. Кто-то не голова, а просто плавает. Такая красота сегодня, да? Надо еще раньше вставать, оказывается. Кто-то зарядку делает. У вас будет еще там ряд роликов, которые со штормом. Но имейте в виду, они либо со вчерашней даты, либо вообще без даты. А сегодня у нас, как вы понимаете, 18 число. 18 сентября. Море успокоилось. Пена красивая. Восход шикарно. Небо. Эти облачка отражают лучи солнца. Вообще красиво-красиво. И народ потянулся на море. Видите? К обеду воздух прогреется еще больше. Я не знаю, сейчас какая температура. Не обратил внимания, хотя мог это сделать в автомобиле. Но как красиво сюда. Всем доброе утро. Такой отлив классный на море. Многие снимают. А посмотрите небо, это там реально Айвазовский. Нужен срочно. Какие тона, прям. Я не знаю, как на словах-то передать. Оттенки вот красивые. В общем, здорово, что я сегодня пораньше встал. Всем доброе утро, всем пока. Сегодня немножечко занят. Была просьба, я видел просьбу поснимать дорогу. Не уверен, так как я обычно снимаю ее на телефон. А телефон, как вы знаете, у меня сломался. С зарядкой там большие-большие проблемы. Да, емкость надо почистить. Память, точнее, не емкость, память. С утреца ветерок, но это нормально. Это утренний бриз, море это потеплее гораздо. Зато мужики прям сразу в плавках. Нормальные мужики сразу в плавках, а вот на море. Ну, правда, они и живут, наверное, где-нибудь тут в пределах. Ну, давайте привет покажу вас. Мурому. Мурому привет. Да. Вот, Мурому привет уже передали. Теперь передадим еще раз всей стране. Все, ребятки, всем пока. Я в путь. Нет, сначала выложу, конечно, еще пару дел сделаю, а потом в путь. Мне еще мусорку объехать надо.